Члени двох партій, які висуваються на місцеві вибори, заявили про те, що Рубіжанська територіальна виборча комісія не реєструє їхніх кандидатів. Термін реєстрації спливає сьогодні. За словами ж голови Тервиборчкому Інни Громової, через брак кадрів та велику кількість поданих документів, вони не встигають обробити усі заяви від політичних партій. На останній день відносена реєстрація, то я вважаю, що це спровоцірований акт самої комісії для того, щоб самим определять за жителей города Рубежина, кого пустить на выборы, а кого не пустить. Мне кажется, это какой-то технологический прием, который позволяет потом сказать, смотрите, они неправильно выполнили документы. Территориальная комиссия приняла наши документы. Замечаний выявлено никаких не было во время принятия документов, о чем свидетельствует наша доведка. Было заседание территориальной комиссии с рассмотрением нашего вопроса. И в рассмотрение вопроса наши исправления они просто даже не брали во внимание. Сегодня мы подали иск в суд и Донецкий окружной. Ну, ждем решения суда. Всех нужно обработать, плюс партии, и все, у нас 34 мандата в Рубежном, вот, и почти все партии, все 10 выставили по 34 кандидата в городские депутаты. Все это нужно обработать.